Каждый день мы предлагаем один главный товар по исключительно низкой цене. Действительный всего одни сутки. Эта цена только сегодня. Специальное предложение только сегодняшнего дня. Самая выгодная покупка. Стеновые панели. Посмотрите, это вот прям тот самый вариант, как моментально можно сделать ремонт за один час своими женскими руками. Блок интерьерного покрытия сегодня еще и с новинками по цветам. У нас два новых цвета для вас. Ну а вообще, это предложение всегда колоссально пользуется спросом на нашем телеканале. За два дня было продано более 5000 экземпляров. Друзья, сегодня мы представляем вам также ограниченную партию. Надеюсь, что вы сегодня успеете сделать свой заказ. Вот эти блоки пользуются популярностью среди наших сотрудников. Например, Алексей Мичурин, эксперт телеканала, также выбирает для себя вот такие стеновые блоки. Алеша, доброе утро, привет! Привет, Олечка, действительно, с удовольствием расскажу про это интерьерное решение, которое вы можете применить у себя дома. Во-первых, универсальное, наклеивается на любые поверхности. Во-вторых, вам не нужно ничего разводить, никакой клей, никакой подготовки. Ну и в-третьих, конечно же, преображается сразу же ваша квартира. Ну, давай начнем с блоков, да? Размер каждого блока это 70 на 77 сантиметров. В комплекте 20 блоков, то есть вы сможете с одной упаковки закрыть 10 с лишним квадратных метров. Там 10,7 получается квадратных метров. Как вы будете клеить? Смотрите, берете блок интерьерного покрытия, и сейчас мы вот на эту стену, на деревянную, которую вы только что увидели, наклеим, снимаете защитную бумагу, под которой скрывается клеевой слой, вот он, да, и дальше, смотрите, деревянная поверхность, мы сюда наклеиваем, аккуратненько подгоняя уголочки, аккуратно подгоняя края, так, а здесь надо будет дальше разравниваем, и смотри, да, если у вас есть какие-то углы, какие-то неровности, то вы с помощью этого блока можете легко. Вау, они вот даже загибаются. Вот. Раз, да, они гнутся, и, соответственно, здорово. Вот так вот вы закрываете все углы, все неровности. Это такая еще и герметизация. Слушай, для дачи красота какая. О, вот у меня на даче на втором этаже, он деревянный этаж у меня, и там детская кроватка стоит, я прям чувствую, как от стены дует, ну, когда прохладные вечера. Слушай, вот скажи, пожалуйста, можно ли вот эти стеновые блоки, вот как защиту от сквозняков, как, знаешь, вот ковер же сейчас уже не модно на стену. Да, да, эти стеновые блоки сделаны из вспененного полиуретана, это такой материал очень плотный и достаточно толстый слой его здесь, поэтому действительно он может служить как дополнительный тепло- и шумоизоляции. Вот это очень хорошо. То есть не только скрывает неровности на вашей стене, не только удаляет все какие-то вот дырки, отверстия и так далее. Вот как у нас здесь, смотрите, какая неровная стена, да? Вот она щель, вон провода, вы берете наш блок таким вот образом. О, отлично. Аккуратненько его сюда прикладываете, да, чтобы он ровно у вас лег. Слушай, ты прям без этот помощи край, справляешься. Этот край. Это как наклейка, да, вот как держи, мы Олечка. Можем, детские наклейки, когда вот наклейка, то же самое. Мне кажется, даже ребенок исправится. И дальше вот так расклеиваем. Ну, смотри, да. Деревянная стена превращается у нас в мраморную стену. О, да, это идеально. Здорово! Герметизация полная, сквозничков не будет. Это здорово. Но смотри, еще есть такая проблема, как неровные стены, шнуры, провода. Знаешь, те, кто не проводит проводку изначально, когда делают ремонт, а потом уже этим занимается, провода из-под обоев торчат, это смотрится очень некрасиво. Вот в том-то и дело, что эти обои чем еще хороши? То, что вам не нужно готовить специально стену. То есть не нужно вам ее штукатурить, шпаклевать, покрывать грунтом. То есть вот все, что у вас осталось после чернового ремонта, вы сможете это все закрыть с помощью наших стеновых панелей. Благодаря, опять же, своей фактуре, то, что они сделаны под кирпич, и благодаря тому, что они имеют очень толстую такую структуру достаточно, да? Смотри, какой хороший клеевой слой. Это итак, как большая детская наклейка, да. Все, вот они дыры, вот они у нас переходы неровные, щели какие-то. Мы с вами накладываем стеновую панель, Олечка, и у нас сразу же преображается эта стена, да? И никто не узнает, что у вас было до. Посмотрите, никаких проводов, никаких неровностей, не надо шпатлевать стену. Просто налепили и все.
И теперь идеальная цена. Цена действует только сегодня на стеновые панели. Блок интерьерного покрытия с 3D-эффектом, как будто вы натуральный кирпич. Смотрится сногсшибательно по дизайну. И давайте познакомимся с цветами. У нас сегодня, кстати, две премьеры, два новых цвета. Золотой, янтарный, белый, топленое молоко. С этими цветами вы уже знакомы. Также сегодня в нашей палитре появились новинки. Кирпичный, вы его тоже знаете, альпийский друг тоже знакомы. А вот тасманский гранит и спелая малина являются новинками. Сегодня на нашем телеканале они представлены впервые. Размер каждого полотна 77 на 70 сантиметров. Да. В комплекте вы получаете сразу 20 панелей за 5999 рублей. Сегодня действует максимальная скидка 3600 рублей. Вы успеете сделать свой выгодный заказ. Ну и, конечно, бесплатная доставка будет действовать в любой регион России. Кстати, если это будет ваша первая покупка, мы сделаем для вас подарок. Это масло репейное для волос. Ну а если это будет ваша постоянная покупка на нашем телеканале, мы 10% дарим вам на ваш лицевой счет. Все подробности в колл-центре. Кэшбэк такой. Слушай, вот я хотела тебя спросить по поводу кирпичиков. Насколько они безопасны? Вот у наших друзей в коридоре такой кирпич декоративный. Ну, не клеящиеся, а вот именно прям кирпичиками. И всегда, когда обуваешься, задеваешь то локтем, то рукой. Ну, смотрите, еще раз, это вспененный полиуретан, да, материал плотный, но очень и очень мягкий. То есть, естественно, когда вы заденете, вы никогда себя не травмируете. В отличие от настоящего кирпича, да, когда можно действительно получить ссадину. Плюс ко всему, настоящие кирпичи, они еще и ломаются. Точно. Упал, сломался, соответственно, появилась у вас дырка. Это кирпич не ломается. Так. Дальше, друзья, посмотрите, я уже замочил здесь часть нашей стеновой панели, прям положил ее в воду, да, для того, чтобы вам показать, что она не боится влаги. Она не впитывает влагу, потому что действительно полиуретан, ну, как бы его отталкивает. Поверхность сама влага отталкивающая, ну и внутрь тоже ничего не поступает. Что будет с обычными обоями, если вы их замочите? Если на них попадет вода, то, естественно, они у вас начнут быстренько рваться и расходиться. С нашими стеновыми панелями такого не произойдет. Даже после замачивания вы сможете ее наклеить. Смотрите, ничего не происходит. Ну и давай посмотрим, где мы можем использовать блок интерьерного покрытия. Помечтаем немножко о новых квартирах дизайнерских. Давай посмотрим. Итак, внимание на экран. Вы давно собирались сделать ремонт? Теперь вы сами сможете это сделать. Смотрите, какой шикарный вариант гостиной с белым кирпичом. И все это очень доступно. Итак, у нас получается 10 квадратных метров за 5000, да, практически 999 рублей. Звоните, заказывайте. Это специальное предложение только одного дня, только на Shop & Show.